Привет всем, друзья! В этом видео покажу и расскажу, как сделать своими руками очень удобную кормушку для птиц. Как вы уже заметили, 5-литровая бутылка уже не 5-литровая, а намного меньше. Для изготовления самоделки понадобится 5-литровая бутылка. Этикетку с нее надо сорвать и канцелярским ножом середину вырезать, как показано на видео. Две половины от бутылки нужно вставить друг в друга. С двух сторон бутылки нужно нарисовать окна. Нарисованные окна надо вырезать. Вырезанные части загнуть кверху, хорошо прогладив изгиб. Это в дальнейшем будет козырек. В нижней части бутылки окна необходимо вырезать полностью. Обязательно на острые места надо наклеить скотч. Это нужно для того, чтобы птички в дальнейшем не повредили лапки. Две половинки от бутылки теперь снова надо соединить и скотчем друг к другу приклеить. Под вырезанными дверьми с двух сторон надо сделать прорезь. Теперь понадобится какая-нибудь длинная палочка, в моем случае китайская. В прорези нужно ее вставить, она будет выполнять роль насеста для птичек. В центре крышки нужно сделать отверстие и к ней привязать веревку. Крышку на бутылку надо накрутить. Кормушка готова, пришло время ее установить. Для этого нужно подобрать место, такое, чтобы животные не мешали птичкам кушать. Пластиковой стяжкой к бельевой веревке закреплю. Кормушку заполню семечками. Долго ждать не пришлось, первая прилетела пообедать синичка. Даже снегирь прилетел следом. Эту кормушку сделать своими руками за считанные минуты. И не нужно применять сложные инструменты. Кому такая хитрость и идея для самоделки была интересна, оцените лайком, не забудьте подписаться. Всем удачи, пока!